О! О! Проскочил! Проскочил! Первый! Да. Пацаны, при том, что чёрт! Лёха хотел бы! Всем здорово, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Anti-Fi, Fresh и Hyper. И сегодня у нас гоночки в GTA 5 онлайн. Чё, кого, бро? Лёха! Да, Лёха, ты чё? Отличное начало гонки у Лёши, конечно, ребят. Это самый хороший старт за последнее время. Ой, это что у вас там за ДТП, пацаны? Что такое там у вас начинается? Короче, ребята, сегодня у нас будут гонки на суперкарах. Все, как вы любите, конечно же, да? Вот, гонки эпичные, гонки красивые. Вот, ой, Лёха, еще вылетел. Лёша, это ты? Нет, привет всем, я на первом месте еду. А, да что ты говоришь? Ну, конечно. Я сделал, он там врезался в дерево. О, проскочил! Проскочил! Ребят, вы понимаете, насколько, какая вероятность была, что я пролечу там? Это просто там 1% на миллион, что... А, да. В пельмени я затащил в дерево за Андрюху просто. Давай. Лёха, если что, мы знаем, что ты вылечил. Мы знаем, Лёша, Так, подожди, а на первом месте вообще сейчас кто едет там? Я. Понятно. Я боком прохожу тут. Ну я, слушай, я тоже пока бочком, тут не бочком, короче, второй пока еду. Я просто еду. Подожди, это что такое? Стой, ну как тут ехать? Мамочки! ПНЛО в Алураде, я не понимаю, как ехать, но я еду. Блин, я тебя слетел, ну пиздец. Не слетай! Первый! Да! Кто? Первый вылетит, тот кто? Что, первый вылетит в плане, подожди, из трассы или из лобби, или из GTA вообще? Приедет тот петух, кто первый на финиш, приедет тот петух. Так, Андрей, это ты типа про себя там говоришь или что? Скажи, ты там на первое место нацелился, что ли, а? Давай я первый приеду. Не-не-не-не, ребята. Вау. Да чё, ребята, что я куда? Нет! Ура! Блин, я-то думал, ладно, сейчас будем пробовать, На самом деле, говоря это, я думал, что я вылечу, и типа я лоб, понятно? Ну это понятно, Лёха, у тебя по стенке проблемы там с интернетом, туда и сюда. Да, Лёха. Ну я еду седьмой, пацаны. У вас какие? О, вижу Лёшу. Я второй, Маш, первый, все нормально. Подожди, какой? Второй, первый? Да. Пацаны, при том, что Лёха хотел блокировать! Лёха, ты понимаешь, что ты телепортировался во время моего обгона, ты это понимаешь очень нет? Бомбит тебя. Давай. Хорошечно. Кто взорвался? Олег! А! Тебе тупо повезло, что у тебя лаги, понимаешь? Да я понимаю, Лёха, я-то это понимаю! Так, пацаны, на третье место! Пусти не было, кто первый приедет, тот петух, кто первый приедет, тот петух! Нет! Стой! Да в смысле? Тихо. И в обратную сторону. Это неожиданный поворот событий, ребята. Просто я не был готов к тому, что вот прям такой вау-райд будет по мосту. Но ничего страшного. Нормально. Но на самом деле несложно, я прошел. Это не сложно, да. Просто ты как бы не готов к такому, потому что такой в первый раз как бы по мосту, чтобы вот... Да почему ты снова врезаешься в этот дурацкий мост? Да что ж ты будешь делать? Да мне пофиг, на самом деле. Это Хайпер говорил, потому что он обижен. Это Олег только на тебя работал и на Хайпер. А, вот так вот, значит, да? А заранее сказать про это, нет? Ты так-то вообще еще с этого, с режима не отдал 80 тысяч рублей долго. Так, спокойно, тихо. Дела. Мне постоянно выбирать не пройду, потому что у меня лаги конечные. Так, конечные? Это как понимаешь? Типа конченые. Ну, я понял. Так, ну ладно, пацаны, я, в принципе, восьмой. Как бы, хорошее число, такое счастливое. Мое место забрал, молодец. Олег, ну правила все те же, приедешь первым, будешь петухом, понял? Да в смысле? Да что это начинается такое-то, а? Я не понял. Так, ребят, у нас сейчас будет кольцевая гонка. Вот, много кругов. Так, Лёх, ты... Лёх, что с тобой происходит? Олег, правила обратной стороны работают сегодня, да? Ты у меня то спереди, то сзади. Ты уж определись там, пожалуйста, хорошо? Так, ну ладно. Пакетики. Тогда делаем так. Как? Пацаны, я буду мешать первому проходить. Не-не-не-не-не-не-не, играем честно, не надо мешать никому, понятно? А что честно предлагает, я не могу тут подвинуть, это чекпоинт взять. Ой, Лёха, извините, ну это ваши проблемы, это уже все. Ребят, мы все знаем, как вы любите кольцевые гонки, поэтому сегодня у нас... А сколько кругов, кстати? 7 кругов! Лёха, да ты... Здорово всем! Здорово, о, красава, Лёха! Какой же ты дурак, вот реально, вот просто, ну зачем? Правильно делать, нечего разворачивать. Кто разворачивает?
В смысле, я в кого-то врезался из вас? Да, ты в меня врезался, ты там такой ДТП создал, ты чё? Ты врезался? Лёх, всё, стой просто на месте, ничего не делай, понятно? Всё, просто хватит мешать. Всё, отлично. Хорошо. Просто ехал первый, теперь девятый. Ну, замечательно, ну, просто прекрасно. А, я Олег за тобой еду, что я сейчас тебя. О, привет, Андрюша. Это Сережа делает, он у меня это бустит. Андрей, ну не подрезай, пожалуйста, Андрей, давай аккуратненько проедем. Я тебя просто обгоню и всё. Вот так вот давай. Отлично. Отлично. А кто меня тронет, тот давай, Андрей, пакетиками просто так вот подниматься, то вперед, то вперед, 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 вперед. А что случилось-то у вас, а? Я пельменем подрезал, он сразу напишет, а как его рот, блядь. Андрей, давай по нашей тактике действуем, давай пакетики. Давай. Сейчас, давай, давай. Пакетик. Андрюш, подбирай пакетик, давай. Ну, братишка, дай пакетик. Давай, догоняй, Андрей, обгоняй. Сейчас я у Рефера еще буду пакетик параллельно брать. Я прям себя вижу. Смотрите. О, братишка, нормально. Опа, да? Опа-на! Хорошо. Просто вот здорово, это скорость, пацаны. Друзья. Леха, отойди. Это что было? Нормально. Меня подрезали, меня фазан немножко толкнул. Да давай, двигайся же ты, двигай тазом, давай быстрее. Двигай телом. Давай, Андрюха, так, пакетик подбираю. А зачем это фазан делает? Все, Олег, ты сам все видел. Я сам все видел, да, я это все видел. Это просто вот было некрасиво. Это было просто некрасиво. Давай, Андрюха, это еще не все. Мы не сдаемся. Андрей, мы не сдаемся. Едем до самого конца. До Талова просто рвем сейчас. У меня дрифтит, пацаны, так что извиняюсь. Леха, не мешай мне. Так, Андрюш, давай подстраивайся. Все, пошел на. Давай, пакетики. Сука! Да что у вас там происходит такое? Лех, что с тобой происходит? Скажи, пожалуйста, а? Ты посмотри на него, он левитирует. А ребят, пишемся Kill Fresh тупо. Ага, тут такого не работает. Болотов на этом катается. Отлично. Андрюша, давай. Андрюша, это еще, я говорю, у нас есть еще шанс. Еще три круга нам нужно проехать. Давай. А кто там на Белазе едет, скажите, пожалуйста, а? О, Серег, здорово. Два круга осталось. Андрей, ты слишком далеко уехал, я не могу подобрать твой пакет. Олег, прости. В смысле, прости, Андрей, как же наш план, мы договаривались с тобой. Олег, в этом бизнесе нет друзей. Я-то думал, мы команда, понимаешь, сплотились вот так вот быстренько. Ну, конечно. Там Белаз едет. Да я вижу, там Белаз едет со скоростью нашего Уруса. Это нормально вообще, нет? Это с какой скоростью он там должен ехать? Олег, тем не менее, я уже вырвался на вторую позицию. Сережа, давай, я ваш пакетик буду брать. Давай. О, реально работает! Давай, Серега! Здравствуй! Нормально! Отлично, так, я снова в игре. Давай. Кто там есть? Что там летает, я не понимаю. Что там вообще происходит, а? Кто сзади меня, бля? Не, ну тут... Дай пакетик, бля, дай. Давай, Рефер. Андрей, хочешь, у тебя будет пакетик? Пакетик, давай, немного поднажми, ну притормози, Рефер, пожалуйста, чуть-чуть. Немножко, совсем, давай. Да блин, между нами слишком длинная дистанция, я не могу взять у него пакет. Он каким образом от меня еще уезжает? Так, надо вот здесь немного. Пока, Леха. Бил Леха, вообще что ли? Сосать, блядь. Прибил Леха, вообще что ли? Да тихо, ты куда едешь-то, Лех? Вообще беспашный какой-то, а? Андрей, я газую, я стартую, я еду. На меня катается, ищет. Серега, давай догоняй, обгоняй меня, Серега, на Белазе, давай! Мне нужен ваш пакетик! Отлично, хорошечно, хорошо! Чего еще происходит? Я все способы пытаюсь Макса жить. Ну, Олег, ты как шестым-то ездишь до сих пор? Да как, Андрей, у меня ни пакетов, ничего нет, ты скажи, пожалуйста, как? Я третий еду. Да молодец, Андрей, понимаешь? Серега, давай, пакет! Пакет. О, финиш. Тихо. Рефер обгоню. Давай. Я пытался. О, Рефер. Я третий, отлично. Надо догнать. Я стою на пьедестале, на третьем месте. Сейчас финиш будет. Хеллоу, первое место. И давай. Давай. Да. Пятые, пацаны. Так, пацаны, с военной базы сейчас Макс как слова. Стартанем, блядь. Ну, конечно, как по-другому. Там, мне кстати, нужна... сзади полу стоял этот Т2. А мне вот нужна он. Это скорость. Это скорость, конечно. Блин, я стартанул очень плохо, на самом деле, так, но ничего. Пельмень. Сейчас, наоборот, пропущу всех вперед, пока там все на поворотах улетят. Ну, вот, ебанутый? Чё? Ебил, блядь. Чё происходит? Кто это сделал? Что это было? Чё за взрывы, пацаны? Я не знаю, это скорость. Ты фальшивка, это не я. Ну давай, езжай. Пакетики, все пакетики, нужны срочно пакетики. Внимание, пакетики, кто может поделиться пакетиками мне? Star Wars. Куда
Бля, чекпоинт. Ай, блин, чекпоинт пропустили все, да? Реально, блядь. Быстрее, 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 быстрее. А вот что за лаки пропустили чекпоинт? Все, найс, подобрали. Да, как все умудрились подобрать-то? Да куда ты? Господи, как бомбит-то, а? Ну что вообще происходит? Не, ребят, мне кажется, что пора включать реально бесконтактные режимы, потому что иначе получается полная каша. Это для девочек. Для девочек, но зато, Андрей, знаешь, не будет какой-то каши. Никто не будет подрезать никого, понимаешь? А это самое главное. Будут честные гонки. Когда у нас последний раз такое было? Скажи, пожалуйста, когда? Всегда честные гонки. Чего? Когда? Все время все подрезают друг друга. Да нет, Андрей всегда подгрезает. Так, подожди, Лёха, это ты на зеленой Бугатти едешь? Я не знаю, меня. Макс его увидел, что ли? Да, и вот этот разворачивает. О, хорошо! Я все равно за тебя еду, ты. Ну ты дала... Че за чего это сделала? Я это видел. Так, я еду третий. Я... Ай, не пошел! Еще Лёху подцепил. Нету второй! Третий, да что ж... Нет! Да ну, как всегда, перед самым финишем! Понятно. Он финишировал, Олесик, смотри, я на Т-20, мне нужна эта скорость. Я точно, брат, на Т-20, нам сказали аккуратно ехать, парни, поэтому погнали. И стараемся, давайте, постараемся просто не подрезать. Что такое ХТС, что за бред? Куда ехать? А, направо. Не знаю, меня развернули сразу. Бля, меня чуть не развернули тоже. А, меня еще под жопу ударили, спасибо. О, спасибо, спасибо, ребята, спасибо. Ух, как чекпоинт задницы подобрали, нормально. О, спасибо за ускорение. А кто впереди? О, еще спасибо. Что происходит просто? Так, подожди, вижу зеленую машину. Зеленый предмет, сейчас буду догонять. Нет никакой зеленой машины, если что. Нет никаких зеленых машин. Есть, все вижу. Давай. В смысле, да обгоню, подожди. Да подожди. Я готовлюсь, погоди. Ты готовь свою дырку. Чего ты там сказал? Чего ты там сказал? Ты вообще нормально? Нет, слушай, что-то пока... О, я понял. По-моему, мы все отрываемся больше и больше друг от друга, а это плохо. НЛО поднимаюсь поверху. Ой, это мы где с вами поднимаемся, пацаны? НЛО, пацаны, класс. Я еду по каким-то штукам. Давай. Это у кого? О! Да что за бредятина? Отлично! Там сложно, пипец. Отлично! Ну да! Макс, как всегда, на первом месте там почти, да? Нет. Я же врезался. Давай. Я кого-то столкнул случайно. Так, ребят, матом не ругаемся, хорошо? Матом не ругаемся. Там желтенькая совершенно. Это диапазана, блин. А, за что ты говоришь, Андрей? Интересный ты молодой человек, интересный. Так. Слушайте, а я какой? Я второй еду, что? Серьезно? Когда я успел второй? Нет. Удаляй GTA. Давай. Олег, если первым бьешь, удаляешь GTA, короче, все. А Серега первый там, подожди, Серега там первый, так что уже не получится. Ну, Серега, что ты подстилка, что ли? Давай проходи нормально. Не подстилка. Все, пацаны, финиш, второй. Удаляй GTA. Я второй приехал. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наши сегодняшние гоночки в GTA 5 Online подошли к концу. Я надеюсь, они вам понравились. И вы, как всегда, поставили свой царский драгоценный лайкусик и подписались на все наш канал. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофе, Интипай, Фреш и Хайпер. Дорогие подписчики, всем до скорой встречи. И всем пока-пока. И всем пока. Пока.